знаете, какой бы артист ни был, когда гаснет бал, свечи, накрываешь на себя одеяло. Тобто для творчих людей це час подумати, для інтелектуалів це час зробити якісь відкриття, для активних спортсменів це час набратися сил, енергії для наступного старту. Це серйозне заболівання, це не шутки, це не похандріла, випила вина, два дні, извините, буду нище, фух, вийшла з будуна, жива, здорова, щаслива і пішла працювати. Один з критеріїв депресивного стану – це є те, що пониження лібідо. Секс як такий не є виходом. В этот период просто, может, больше женщин нужно мужчинам? Нет, я думаю, что нет? Если в семье какой-то непорядок, если мы говорим, да, то нужно не по фэншую двигать мебель, а заниматься сексом, пока на сутки. Ты сидишь, тебя приглашают, да, на какую-то вечеринку, коллега-доктор, и ты сидишь и думаешь, уже у меня все есть, и платье, и макияж, и это, но я выйти из дома не могу. Если ты не можешь виходити і общатися з людьми, значить, у тебе немає достатнього кількості накопленої енергії. Для когось може бути один-два дні, і хандра пішла. Треба подорожувати частіше. От я знаю, що у пані Рамос, в принципі, не буває ні депресії, ні хандри, тому що вона постійно подорожує, тобто у неї є і мелатонін, і серотонін, все є. Хандри і депресії, як наступну наслідку, є по більшості експертів, це є те, що відсутність, недостатня кількість сонячного проміння. Я от дивлюся на природу, а як вона справляється з недостатком енергії сонця? Посмотрите, все жовте становиться, все таке сонячних цвітів. Я, наприклад, від сонця устала. Я чувствую, що моє настроєння піднімається саме якраз в той момент, коли я ощущаю эту прохладу. Нельзя всех людей под одну гребенку, да? И моя бабушка 10 лет назад, она заболела депрессией. Якщо більш ніж 7 дней. Продолжиться, треба однозначно звертатись до специалиста. Скажу, что это была милая помпушка бабули, она не ела ничего, она выбрасывала еду, она выбрасывала одежду. Действительно, люди в более пожилом возрасте, ну, начинают скучать, да, у них начинается депрессия. До депрессии далеко, простите меня, я говорю как психотерапевт. Депрессия – это уже когда много всего, что вас в жизни не устраивает, да? То есть нужно одеваться в яркое, нужно делать какие-то вещи, но если мы не депрессивны, не больны, это все очень на самом деле легко. Подождите, вот это вот, жена, сразу говорю, не надо. Жена доктор-врач. Не, вот эти вот дела. Ты со мной танцевал, поэтому я себе это позволила. Я тебя не запрограммирую. Когда женщина говорит, я тебя не запрограммирую, уже пошел кот. Я тебя запрограммирую. Отстреленный мужик, ты глянь. Нет, область бровей – это одна из тех областей, которая… Ой, я песику здесь… Помолчи. Он засыпает. Тисюня, помолчи. Если бы я хотела, я бы твой волос сейчас не выбросила, а куда-то положила, потом на нем бы что-нибудь сделала. Ты мне не нужен. Так, ты уже, извини, про твою ситуацию, теперь я буду делать это на другом человеке. Успех, успех. Так. Фух, релакснул. Лег, фух, и спишь. Мій друг говорить, три волшебних С. Спорт, секс, салат. Зрители, которые нас будут смотреть, они скажут, нет, мы не с вами. Потому что мы сейчас говорим о творческих людях, о художниках. И, например, люди взрослые очень часто говорят, там, вот у вас была депрессия. Нет, у меня не было депрессии, не было некогда, да? Если человеку плохо, ему начинают приводить пример о том, что, ой, ну что ты жалуешься, этот вообще, вон там, смотри, без ноги, а у этого вообще там капец какие проблемы. От этого, мне кажется, лучше не становится. Те проблемы, ну, як ком. Кожного дня вимкнули телевізор, побачили, пішли на роботу, побачили, транспорт, побачили. Вместе з ним признати, що «да, я бачу, тобі погано, давай ми вместе з цим справимося». Для нас, чоловіків, дуже важливо деколи зробити крок назад, те, що називається «сховати в пещеру». І краще нас не трогайте. А для жінок навпаки. Для жінок важливіше відкритися, комунікація, поділитися переживаннями і так далі. Для мужчини настільки важливо, коли жінка говорить, я в тебе все-таки вірю, треба мочити, тоді він згрупується. Наоборот, якщо жінка, як навчила бабушка і мама, да хто ти такий, да що це, да п'ята, десята, виникає інша жінка, яка говорить, я в тебе вірю. Це наше життя, і ми з вами маємо робити його самі.
для себе, так само, як і дива. Дякую вам. Дякую, що ви у нас сьогодні такі не депресивні, не хандристі і вирішили розказати, як це все ж таки робити. Спасибо вам большое. Спасибо. Катенька, микрофон в самый нужный момент отвалился. Мы уже закончили. Не смейся с игрушкой, сплю. Она мне поет, love you. А ты говоришь, не люблю. Проснуться любимым тобой, а где и не важно. Проснуться любимым тобой, хотелось одного.